Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас на обзоре Belly Unicorn 2013 года выпуска. 4-5-местный караван с отоплением уже Альдо идет. Alutech технологии, то что он алюминиевый каркас у него, у данного каравана. И цена данного каравана 1 072 000 рублей. Такой очень стильный караван, модный. Уже свежие фонари сзади стоят. Ну, такой очень, конечно, стильный караван, бомбический, как я говорю. Размеры его 640, это модуль полностью, и метр берем на дышло по ширине 2,20. Уже и спереди очень шикарное панорамное стекло, которое вверх уходит, и оно уже открывается у данной модели. Наклеечки все. Здесь уже идет спереди вот такой бамперок передний. Он как просто, конечно, конструкция отдельно ставится, снимается. Вот. Вот оно, панорамное стекло большое, VIN-номер, пронумерованные стеклышки. Думаю, что отчетливо его видно. Талковская система тормозов стоит. Вот то, что Alutech Body Shell. То есть это не придумано, это все заводское, штатное. Уголочки все проклеено было, здесь дополнительно саморезы собственника, скорее всего, стояло. Антенна, все уголки, все дополнительно, также все герметиком проклеено на техосмотрах. Все документы полностью имеются. То, что техосмотры все сделались, все, конечно, все на месте. Очень, конечно, хорошая подсветка боковая идет в темноте. Очень, конечно, шикарно светится. Конечно, здесь все стеклопакеты будут крепкие, полицейские. То есть, Крис, это компания, которая нумерует, все пронумеровано. Здесь две отдельных кровати будут. Снизу уже дополнительный ящичек здесь. Место под аккумулятор. Арочки все целые. У нас стоит здесь резина 185 на 14 цешечка. Диски были штатные, с секреткой. Все на месте. Резина, на мой взгляд, свежая. 38-я неделя 17-го года. Она новая. Здесь же также подсветочка. По низам тоже все шикарно. Вот. И наклейки, и не корм. Все на месте, как и должно быть. Очень удивительно то, что вот единственное, что уголка нету. Уголок есть, уже заказан, к выходным он будет. Водители при дороге потеряли его каким-то образом. Вот они здесь шикарные стоят фары. И очень странно, на мой взгляд, это первый раз, когда туалет находится сзади. Кассета. Конечно же, она нового образца здесь стоит, но уже сзади. Причем на следующей недельке, я думаю, что будет обзор 17-го года каравана шестиместного. И там тоже будет точно так же туалет находиться сзади. Но по бамперу без нареканий. Крепкий, целый, ну, как и должен быть у всего каравана. Наклейки также сзади все есть. Наш, конечно же, сайт с точной информацией по наличию караванов. Только там будет все понятно, что есть, что нет, что продано, что забронировано. Ну и также с этой стороны посмотрим.
все хорошо. Газовый баллон уже здесь ставится посередине. Здесь дополнительный ящичек. Вот юникорн. По весу. Вес данного каравана тонну 125 полная масса. Вот альде отопление, то что стоит. Ну, по низам везде здесь все шикарно. Накладочки все имеются. Вот они. Резина вся одинаковая. Стоит. Были диски. У нас уже здесь стоит уже амортизатор. Нигде он не сопливается. Рама здесь усиленная идет. Запаска новая. По раме и по... Чего залезть так? Нареканий нету по балке. Все отлично. Также пойдем сейчас в салончик. Посмотрим уже, какая здесь компоновка идет. Компоновка, я думаю, что она такая, то одна из популярных. С двумя отдельными кроватями. Вот таким здесь образом. Ну и по порядку. Блок управления Альды и полностью всем уже караваном сверху. Здесь уже шикарно, конечно, вот оно стекло. Здесь вот таким образом оно убирается. Очень, конечно, такой светлый караван. Диваны все светленькие идут. Стол вот он штатный. Здесь идет под мрамор, как и столешница. Сейчас я его уберу. Не мешал. Можно было пройти. Таким образом сюда положу. Диваны здесь длина 1,70 м. Будет по ширине, будет почти 2,05 метра. То есть вдвоем, троем здесь спокойненько можно лечь. Все механизмы, конечно, все держится. Здесь же также музыка. MP3 стоит. Очень удобно. Все закрывается. И также везде по всему каравану будет. Здесь такая удобная столешница. Что-то поставить, наверное, или на дороге. Ну, без проблем. Конечно, глаз радуется, что такие караваны привозим. Здесь дополнительный ящик. Также стол. Все раздувы. И, конечно, то, что отопление Альда. Вот они. Трубы все идут. Досочки нигде не побиты. Также и с этой стороны. Здесь все раскладывается, вперед выдвигается. Здесь уже не будет спереди выдвигаться доски, чтобы кровать превратить. Здесь просто сбоку все элементарно ставится. Внутри он как новый караван, что нету нигде там потертостей. Даже если будем смотреть по столешнице, все полностью... Все идеально, холодная, горячая вода. Все само собой есть. Вот такой здесь интересный. Подложки, вилки. Здесь у нас еще штатная своя доска, которую, я думаю, что очень мало пользовались. Вот. Холодильник у нас Дометик, газ, электро стоит. С большой морозилочкой. Как и должно быть. По плите. Плита на три комфортки. Одна электро. Так, не буду
смотрю, тут не мешает плитой. Я думал, что мало пользовались. А вот механизм. Видно, что вообще практически не пользовались этой плитой. Ковры штатные также имеются. Ну, здесь уже под бокальчики, такой как мини-бар. Все подсветки, плюс подсветки панорамного люка все имеются. То есть, я думаю, когда темно, все очень шикарно светится. Люки здесь все, понятно, что новые, все покрепления. Их здесь три. И в караване очень светло. Зона вся эта вся закрывается полностью. Что у нас дальше? Две кровати отдельные. Длина этих кроватей примерно 1,80 м. По ширине на 68 сантиметров. Есть вот такие штатные еще. Какие-то типа полуматрасики. Ну, снизу тут не вижу что-то нового показать. Действительно, все шикарно в караване. Все закладные, вот они все имеются. По мебели, по всему. Ну, он новый караван. Нахваливать, конечно, нахваливать. Но тут уже даже нахваливать, на мой взгляд, нечего. Что-то и добавить. Вот он здесь, этот ворд свеженький стоит, как и должен быть. Очень шикарный умывальник, холодная, горячая. Батарея идет. Душевая. Душ имеется. Тут же также подсветка в установке. Ну и снизу посмотрим поддон. Поддон здесь новый, ребята. Стараемся как-то пытаться удивлять, приводить свежие караваны. Ну, приходится искать, конечно. Ну и здесь вот эти доски, также все на месте, как и должно быть. Документация на караван, она имеется. Также столешница здесь целая. Микроволновочка имеется. Ну, караван, что добавить, в наличии. Находится в городе Пскове. По адресу улицы Николая Васильева, 82А. Если у кого есть какие-то вопросы, пишите комментарии. На ютубе ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Обзоры есть, будут. Вот. Спасибо за просмотр. Всем пока.